Привет, друзья! Авария произошла 13 января в 9 часов 25 минут. Автомобиль Chevrolet Lacetti на скорости влетел в опору ЛЭП в селе Петропавловка Воронежской области. Удар о столб был настолько сильным, что иномарку разорвало пополам. Водитель выжил, но получил переломы. По предварительным данным, 37-летний водитель, житель Павловска, не справился с управлением. Причиной мог стать сильный снегопад, обрушившийся на регион. Мужчину с переломами доставили в больницу и госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП. Берегите себя и своих близких.